Американские политики, видимо, находятся в зазеркалье. Об этом в своем телеграм-канале написала спикер МИД РФ Мария Захарова после слов госсекретаря США Энтони Блинкена, выразившего надежду на переговоры России и Украины. Напомнив, что Россия уже продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав Минские договоренности и их закрепление в виде резолюции СБ ООН, а также подтвердила готовность откликнуться на предложение о переговорах в 2022 году, Захарова подчеркнула, что это именно США заставили Зеленского запретить Украине вести переговоры с Россией. По ее словам, вам забыл Блинкен и о стремлении США заменить международное право неким миропорядком, основанным на правилах, которые никто не видел, а также о том, что именно союзники США, Франция и Германия, будучи членами нормандского формата, намеренно проигнорировали международно-правовое решение украинского кризиса. Признание об этом прозвучало из уст Меркель и Оланда. Напомню Блинкену также о настойчивом предложении госсекретаря США о ведении переговоров на основе не международного права, а некой формулы Зеленского. «Все смешалось в Доме Белом», резюмировала Захарова.